Уважаемые ученики Центра инклюзивного образования, от лица коллектива нашей школы поздравляю вас с началом учебного года, с Днем Знаний. Прошлый год был уникальным, но мы все вместе с вами, и бабушки, и дедушки, и родители, и наши опытные педагоги, и вы, ученики, овладели новыми знаниями, новыми дистанционными уроками. Поэтому я думаю, что в этот учебный год вы приходите уже более грамотными и сознательными учениками. И я думаю, что все от первоклассника и до 11-классника понимают, как важны знания. Знания – это не только ваше будущее. Знания – это будущее ваших пап, мам, дедушек, бабушек. Это будущее всей нашей страны. От вашей учебы зависит наш завтрашний день, насколько он будет радостным и счастливым. Поэтому я думаю, что все вы будете сознательно трудиться, дисциплинированно стараться готовиться к урокам. Я хочу вам пожелать новых открытий, новых достижений, умения преодолевать трудности, решать новые задачи. И для этого в нашей школе есть все необходимые ресурсы. Есть прекрасные учебники, есть компьютерная техника, а самое главное, есть требовательные, но добрые педагоги. Их требовательность от того, что они заботятся о вас, какими вы будете завтра. Им хотелось, чтобы вы были грамотными и нужными стране людьми. Поэтому я желаю всем нам новых открытий, достижений и познания нового. В добрый путь!